Друзья, всем привет! Сегодня четвертый выпуск стартап-шоу «Челлендж Тур». В каждом эфире проходит народное голосование. Именно подписчики нашего канала в течение всей недели голосуют за стартапы и тем самым определяют их дальнейшую судьбу. Попадут ли эти стартапы на большую сцену стартап-шоу или нет? У наших инвесторов появляется уникальная возможность своим голосом добавить очков наиболее интересному стартапу и тем самым пригласить участника отборочного тура на большую сцену стартап-шоу. И снова мы подготовили для вас подарки для наших подписчиков. Разыгрываем здесь, в YouTube, по 5000 рублей и по 5000 рублей в нашем Инстаграме и по 5000 рублей в Фейсбуке. Вот так. Эти деньги можно будет потратить на индивидуальный пошив рубашки бизнес-стиля у нашего друга и партнера по стилю Василия Мунтяна. Но и это еще не все. Также с сегодняшнего дня мы разыгрываем по 2000 рублей и по 2500 рублей в YouTube, в Инстаграме, в Фейсбуке. Суммарно мы разыгрываем 28500 рублей. 2000 рублей вы сможете потратить на романтическую прогулку по Москве-реке от наших партнеров «Флотилия Рэдисон Рояль». И 2500 рублей на тайский массаж от наших партнеров «Клуб на Патриарших». Все, что от вас нужно будет, это поставить оценку каждому стартапу, подписаться на наш YouTube-канал, поставить лайк, нажать на колокольчик и оставить свой профессиональный комментарий. В Инстаграме и Фейсбуке подписаться на страницы группы «Стартап Шоу» и оставить комментарий под выложенным фото с этого эфира. Все это мы рандомно разыграем в нашем Инстаграме в режиме лайв. А пока у вас есть целая неделя, чтобы все это выиграть. Так что голосуйте, пишите свои комментарии, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Ну а мы начинаем стартап-шоу «Челлендж Тур». А у нас сегодня в гостях Андрей Ковалев, председатель совета директоров группы компаний «Эко-офис». И по скайпу у нас на связи Иван Алехин, сооснователь компании «Стартап Шоу», инвестор, IT-предприниматель. Здравствуйте, друзья! Привет всем! Андрей, спасибо огромное, что посетили наш эфир. Вот хотела бы у вас узнать, расскажите, пожалуйста, про ваш проект «Эко-офис». Что же это такое, да? Чем вы занимаетесь, вот коротко, для наших зрителей? Ну, группе компании «Эко-офис» уже почти 30 лет. Это один из крупных владельцев недвижимости в нашей стране. Недвижимость очень люблю. И я вот эти все квадратные метры набирал долгие годы. Пережил все кризисы, какие только есть, все собрал. Но выжил. И сейчас как раз в этом году я придумал много новых креативных проектов, потому что сейчас как раньше нельзя. Вот раньше построил класса, бизнес-центр, сдал его в аренду. Сейчас нужно придумать идеи. Вот я, допустим, на Дербеневской улице, дом 1, делаю такой бизнес-лофт-квартал, кожзавод. Ух ты! И сейчас объявил конкурс на название улиц. У нас будет первая коммерческая улица в Москве. Первая. Здорово. Это какая будет? Коммерческая или там частная улица. Или, не знаю, может, улица имени Дудя. Или имени Хача, а имени Ольги Бузовой. Да, давайте зрителям с хорошим призом. То есть это будет такой стрит-ритейл, там будут всякие коворкинги. Такой будет. То есть у нас сейчас такие хорошие офисы, хорошие арендаторы. Но мы решили сделать такое более креативное место. И фасады меняем. Ну, в общем, красота. И 5 минут от метро Павелецкой, набережной Москва-реки. Поэтому как раз... Я сегодня, между прочим, Сергея Ореханова встретил, твоего знакомого. И случайно, я сейчас смотрю разные коворкинги, потому что у нас коворкинг будет, в Сити заехали. И он говорит: Андрей, я тебе помогу, мы там будем делать стартапы. Иван, ты должен идти со мной вместе, рука в руке, плечо к плечу в этот проект. Слушай, а как ты насчет того, чтобы у тебя на Дербеневской разместился, например, лайк-хостел? Что ты скажешь на это? Не надо! Нам не нужны убыточные фейковые проекты. У нас должны быть правильные, нормальные, честные. Жулики, аферисты нам не нужны. Правильно. Это принципиальная позиция. Поддерживаем Андрея Ковалева, да. Мы за честность. Да. В общем, да. Дорогие друзья, если кому-то нужны, вот все знают, что я читаю бесплатные лекции, даю консультации. Если кого-то нужно проконсультировать, мы такую создали ассоциацию «Универсум», специально для борьбы с этими инфо-цыганами, для того, чтобы люди, которые нуждаются в консультации и совете, могли получить бесплатно от реальных, серьезных предпринимателей, а не от жуликов.
Кстати, я тоже бесплатно даю консультации и никогда не беру денег ни за какое менторство. Я вообще удивляюсь, когда звонишь, допустим, какой-нибудь там топ-менеджеру, какой-нибудь CEO там крупного фитнес-центра, приглашаешь, например, его на стартап-шоу, он говорит, позвоните моему агенту, мы вам выставим счет за мой приход. Я говорю, у вас там вообще все нормально? С астралом тоже. Кто как хочет, то так и, ну, бесится. Да. Иван, расскажите, как вы, чем занимаетесь, какие новые идеи? Ну, как видите, я в последнее время появляюсь только на стартап-шоу, и то в качестве ведущего. Последние 5 месяцев я нахожусь в Петербурге, здесь совместно с компанией ВТБ страхование. Мы создали школу предпринимателей ВТБ страхования. Я надеюсь, что это будет большой федеральный проект под гидой не только страхования, но и ВТБ. Идея очень простая. Посмотрели то, насколько предпринимательские счета в банках обнищали, собственно говоря, подумали, решили, а почему бы не дать этим предпринимателям, собственно говоря, уникальную возможность присоединиться в рамках некой такой партнерской программы, либо программы франшизы, там, ну, как минимум к продуктам страхования. То есть, по сути, каждый предприниматель может в течение 100 дней создать собственное страховое агентство с численностью 100 человек в этом агентстве без вложений, без каких-либо скрытых условий, только используя инструменты и наставничество непосредственно менторов данной школы. Вот до 28 февраля длится у нас пилот, мы посмотрим, что будет дальше. Сейчас крупное объединение компаний «Сагас» и «ВТБ», а если быть точнее, то «Сагас» стал владельцем «ВТБ страхования». Ну, посмотрим, что покажет время. Возможно, после пилота ничего не будет, а возможно, наоборот, господин Костин обратит внимание на данный пилот, и в скором времени у ВТБ, уже у крупного ВТБ, появится собственная школа предпринимателей, которую я и возглавлю вместе непосредственно вот с нашим коллегой Андреем Ковалевым. Куда я его и поставлю? Отлично. Спасибо, Иван. Спасибо, Андрей. Но мы, не теряя времени, тогда приступаем к осмотру наших проектов, которые у нас будут выходить по скайпу, презентовать свои презентации, проекты, стартапы. Ну, Андрей и Иван будут оценивать, давать свои объективные комментарии, советы. Вот. Ну, мы начинаем. Тогда да. Сейчас выходит у нас на связь первый проект Юсупов Андрей, Эда Эко Клаб, централизированный сервис совместных покупок. Отлично, все, Андрей на связи, мы видим Андрея. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Уникальный сервис прямой доставки продуктов от производителей Еда Эко Клаб. Еда Эко Клаб. Да, отлично. Ага. Итак. Наш проект – это действующий бизнес. Мы доставляем продукты уже вот несколько лет. Вот на слайде вы видите, в каком виде мы это делаем. У нас есть специальный термопакет с холодком, у нас сборочный цех свой. И чем мы уникальны? Это тем, что мы это делаем напрямую от производителей. У нас есть собственная проверка. Более того, мы сейчас даже начали маркировать продукцию и ее тестировать на качество. Мы организовываем наши столы заказов и центры выдачи заказов на предприятиях, в офисах, в жилых домах. У нас появились центры выдачи заказов даже на рынках. Вот сейчас это наш последний тренд, что люди могут получать свои заказы. И, собственно, в этом, наверное, есть наше уникальное преимущество в том, что мы делаем консолидированный заказ. Таким образом, люди получают качественную свежую продукцию. И производитель имеет возможность выйти напрямую к людям. Ну, а мы, снижая расходы, получаем возможность зарабатывать и делать мир лучше. А вот наша история. Тут вы видите, что первый наш офис открылся в далеком 16 году. И тогда было всего 30 позиций, доступных для заказа. Сейчас у нас уже больше 20 тысяч позиций доступны для заказа. У нас есть сайт в интернете, у нас есть терминалы для предзаказа. Ну и все-таки я хотел бы вернуться к тому, почему мы вообще начали этот проект. Потому что мы поняли, что существует глобальный тренд на экологически чистое и здоровое питание, потому что люди хотят видеть производителей не только известных брендов, но и локальных, но качественных производителей. И, конечно, они хотят эту продукцию дешевле и желательно свежее. Ну, как работает современная торговая сеть, в общем-то, все представляют. Это всегда распределительный центр, это какой-то локальный распределительный центр, только после этого магазин, куда идет потребитель и что-то выбирает. А если мы эту ситуацию меняем...
То получается, что мы можем предоставлять продукцию напрямую, с учетом особенно наших информационных технологий, когда мы заказ напрямую отдаем производителю, через наш собственный сборочный центр мы упаковываем это в коробку и везем людям. Вот тут на этом слайде видны и наши терминалы, и видны наши центры выдачи, как это происходит, видны наши презентации. А вот, собственно, как мы работаем. Сегодня вы сделали заказ. Благодаря нашей IT-системе производители его тут же увидели. У них появилась возможность привести к нам на РЦ. Мы там упаковали и, собственно, доставили потребителю. Значит, с точки зрения конкурентов, ну, очевидно, что для людей это, наверное, сервисы доставки типа сервисы доставки продуктов, это какие-то сервисы совместных закупок в соцсетях, они множатся. Но это всегда не что-то стабильное. А в данном случае, в нашем проекте, это вы сегодня заказали, и так каждый день. То есть не надо ждать кого-то. Сегодня заказали, завтра получили, и так каждый рабочий день. Что мы ищем? Мы ищем партнера, кто готов войти к нам с 60 миллионами рублей, и мы говорим о том, что через год это будет, его капитал увеличится более чем в 8 раз. Почему я так смело об этом говорю? Потому что рынок в России это порядка 30 триллионов рублей. Потому что через 5 лет рынок электронной коммерции в области FMCG, собственно, там, где мы сейчас находимся, это больше 20% будет, а сейчас всего 0,6%. Таким образом, за 5 лет рынок вырастет в 33 раза. Ну, собственно, как и стоимость компании на этом рынке. Вот. Готов ответить на вопросы. Отлично. Андрей, спасибо огромное. Возвращайтесь к нам, отключайте демонстрацию экрана. И сейчас будут вопросы от Андрея, от Ивана. Так, кто первый начнет? Давайте я начну. Иван, да, вам слово. Андрей, мы тут сейчас параллельно как бы голосуем. У нас такой, как бы, такая голосовалка есть, видите? Значит, смотрите, из того, что вот на данный момент, значит, первое, чего я не видел, какую проблему вы решаете, ну, то есть, чего вдруг решили этим заниматься. Презентация, любая презентация. Сейчас у нас как раз вот тот самый случай, когда мы можем вам что-то сказать, что можно быстренько, скажем так, сделать апгрейд. Первый слайд, да, кто вы, что вы, там замечательно, просто нет. Второй слайд, какую проблему вы решаете. Ну, не увидел, какую проблему вы решаете, но чисто профессионально понимаю, что вы делаете правильное дело, прибыльное дело, и там как бы движетесь вроде как. Дальше, смотрите, значит, по продукту. Ну, я поставил вам 10 баллов, просто на мой взгляд это как бы хорошая ниша, собственно говоря, в ней можно работать, или даже нужно работать, и можно стать в перспективе там российским Амазоном. Точнее, не Озоном, а Амазоном. Амазоном. Да, тем более, что в перспективе там, 10-15 лет есть такая гипотеза, что именно такие как бы, склады будут собирать от производителей чуть ли не с огородов дронами продукты, доставлять их либо напрямую там, на склад, где упаковывается, либо напрямую к другому там, производителю, когда дрон как бы, летает и собирает продукцию, доставляет. Вот, поэтому это очень правильный вектор, в него нужно двигаться, но в нем нужно иметь абсолютно четкое понимание перспективы 10-15 лет. То есть, что вы, то есть, куда вы идете, с какая капитализация, что вы закупаете, что вы продаете, просто выручка или дальнейшее вложение, потому что будет мощнейшая автоматизация. Вот. А следовательно, по маркетингу все очень непонятно, потому что реклама – двигатель как бы, торговли, и давай деньги, вот, вот сейчас вы сказали, там 60 миллионов, при условии того, как вы движетесь, вам 60 миллионов как бы и не нужны, потому что вы сами можете давать 60 миллионов. Но судя из той статистики, как бы вот, как вы там сказали, что в далеком 2016 году, возникает вопрос какой-то инфографики, понимая, сколько было вложено, понимание, какие сейчас доходы компании. Сразу этот вопрос, что если вы там ну, как бы крупно развиваетесь, почему вы не аккумулируете собственные средства? Потому 60 миллионов... Мы прибыльная компания, да, абсолютно. Мы прибыльная компания, но вопрос в том, что просто денег на развитие не хватает. Рынок намного больше, и мы не можем... Мы могли бы намного быстрее развиваться, поэтому мы и приглашаем партнера. Вот. Следовательно, видите, сколько на ходу возникло вопросов, причем они характера, поясните, пожалуйста. И мы приходим как раз к теме там, презентации, что... Вам надо бы, как бы на самом деле,
подготовить качественно презентацию самого себя, потому что вот эта презентация, которую вы сделали, она не инвестиционная. То есть ее в 3 минуты не упаковать вообще никак. Это сидеть полчаса или там часа 2 сидеть и разбираться, и покажи экселевскую табличку, покажи мне компьютер, покажи одно, покажи другое, и там с опухшей головой ты идешь. А инвестору нужно что? Да, то есть вот, вам нужны быстрые деньги, вам нужно быстро продать. Раз и все. Для этого нужен быстро продаваемый продукт. Следовательно, проект как бы хороший, я бы пригласил вас на стартап-шоу, хоть вы баллов тут не, ну, не добираете, собственно говоря, но вы не добираете не потому, что проект плохой, а потому, что у вас подготовка, то есть это не та презентация. Вам нужна инвестиционная презентация, в которой там 13-15 слайдов, и на каждый слайд написан, ну, написан скрипт, текст написан. Па-бам-па-бам-па-бам. Вот. Я не видел, сколько вы сами вложили, кто у вас инвестор, какая у вас команда, какой у вас оборот сейчас, при том росте, зачем вам 60 миллионов, собственно говоря, почему в таком росте вы не можете брать кредиты, собственно говоря, или перекрываться, собственно говоря, через платформы, которые позволяют там собирать краудинвестинг, инвестиции типа Стартрека. Ну, то есть много вопросов, а на них ответов в презентации нету. Понимаете, какая штука? А проект хороший. Поэтому я, как основатель стартап-шоу, вас приглашаю, вот, но надо доработать, потому что вот вы на стартап-шоу это не продадите вообще никак. То есть у всех вопросы всем непонятно, то есть не договорено, то есть не договорено, точнее, то есть недорассказано. Спасибо, Иван. Я понял. А, Андрей, спасибо. Есть что задать какие-то вопросы? А я конкретный вопрос. Вы Магнит, Перекресток или Азбука Вкуса? Нет, мы ни то, ни другое, ни третье. Я про уровень цен. Про вы эконом, цен, вы дискаунтер жесткий. Или вы там... Пятерочка, Перекресток. Не-не, мы где-то в районе Пятерочки, Перекресток. А цены у вас ниже? А где-то сравним с Пятерочкой. Оборот сколько сейчас? Ну, я готов это индивидуально лично рассказать. И прибыль тоже самая. Ну, хорошо, сколько, ну, человек, сколько да. человек работает? 30 человек. А площадь складов сколько? Мы работаем с колес, поэтому, в общем-то, у нас не такие большие. У нас где-то 250 квадратных метров, охлажденная камера. Вы же сказали, что вы собираете. Да, но мы работаем, в этом наше как раз одно из преимуществ, что мы автоматически заказ транслируем от людей производителю, производитель приводит, то есть у нас только в моменте, он ночью. Он может привезти 3 килограмма яблок, а другой производитель полкилограмма конфет, мишки, третий но 3 это коробки горошка. Угу. Это мы начинали так, вот там в 2016 году мы закупали, ездили сами у производителей или где-то вот на локальных их точках присутствия, а сейчас объем-то выше. Производитель может поэтому... привезти вам фуру. Коробку, палету. В зависимости да, от стоимости, понимаете, что товара, вы сразу проигрываете, везут. Потому что, например, когда серьезно пойдет, вашими конкурентами будет там, я даже там Перекресток этот, я даже не говорю, что Глобус, если у вас будет конкурентом Глобус, то он съест 3 секунды, потому что они закупают у производителей огромными количествами и совершенно по другим ценам. Вы производителю как, у вас какая срочка платежа производителю? 20-30 рабочих дней обычно. Отсрочка дней. Дают да. вам, да? Да. Я говорю, вы не выдержите, у них затраты. Поскольку они, говорю, во-первых, цены другие, потому что они закупают десятками тысяч тонн, раз. А вы там, в лучшем случае, сотнями килограмм. Поэтому у них другие цены, раз. Во-вторых, у них себестоимость обработки ниже, чем у вас. Потому что у них все на складе лежит, им не надо там маленькие партии ждать. Я не знаю, вы не выдержите конкуренции. Моя точка зрения. Сейчас сюда идут монстры. Или вы должны реально такими крафтовыми продуктами, которых нету в больших сетях, да? Какие-то хитрые конфетки, какие-то хитрые яблочки от фермеров там, да? Значит, и тогда это оправдано. В маленьких количествах тогда это оправдано. Такой, знаешь, ремесленнический такой вот, доставка продуктов ремесленнических. А с ними трудно конкурировать будет, невозможно. Тут есть нюанс в том, что есть локальные производители, которые не представлены в сетях. Они это заводы, которые производят продукцию, но, к сожалению, в сетях их нет. То есть у меня есть примеры, не один. Вот, например, стоит завод в городе,
в небольшом, а напротив, через дорогу магазин, и продукции от этого производителя в этом магазине нету. Минуточку, у вас нет склада. Он вам меньше, чем фуру из города Ульяновска, везти не будет. Он не будет вам везти коробку там или две коробки. Он фуру может привезти. Смотрите, во-первых, негде. Склад у нас есть. Это 250 квадратных метров, только охлажденная камера у нас. Он это помимо всего остального склад. Пространства. Вас и придет, вы сказали, сколько? 300 производителей, 300 фур. Вам нужен склад 20 тысяч квадратных метров, а не 250. Ну, я не продаю сейчас фурами пока. Как у меня будут фуры, у меня есть куда масштабироваться. Я понимаю, как это делать, я понимаю, с кем я работаю. У меня полностью автоматизированная система и партнер клуб крупного логистического оператора. Сколько сейчас у вас рентабельность? Ну, давайте это тоже эти вопросы, я готов лично ответить. Вот, я говорю, вы понимаете, если вы сразу на эти вопросы не говорите, то продолжения дискуссии не будет. А Андрей Юсупов, он попросил, у него очень конфиденциальная информация, он попросил не рассказывать нашим зрителям, поэтому Андрей Ковалев, если возможность как-то сконнектиться, то, я не знаю, посмотреть презентацию, лично вам прислать в WhatsApp. Знаешь, большинство цифрами. Людей скажет так, ну вот мне условно, мне предлагают, я просто, хотя я был в прошлом владельцем второго по масштабу макаронного холдинга, там первый Макфа был, вторые мы, то есть я имею представление, да, как выходить в сети, как торговать и так далее, то есть я не чужой, но главное бизнес недвижимость. Но если мне предлагают объект и говорят, Андрей, а цену мы скажем потом вам. Ну, я не буду возиться. Я не могу оценить, если нет цены, если нет параметров. Я говорю, какая чистая прибыль, какой оборот, да, приносит, какой там, доход арендный. Если он говорит, Андрей, вы надо подписать там конфиденциально, я не буду связываться просто, нет времени на это тратить. Знаешь, не так условно там сейчас стартапов и недвижимости на рынке много, да, и инвестору нету времени тратить на то, чтобы ждать какие-то цифры, что-то подписывать, встречаться там. Да-да, устраивают цифры, значит, продолжаем разговор. Нету цифр, ну, будем смотреть другое, там, где цифры есть. Поэтому подумайте над этим, тем более я не вижу, какой смысл скрывать, что вы там наркотиками торгуете. Да, конечно, торгуете. Андрей, у вас была уникальная что встреча, встретиться с инвесторами, которые готовы услышать цифры и уже при хорошем раскладе что-то предложить, да? Или ну, индивидуально я, конечно, все готов рассказать, и я, в общем-то, сомневаюсь, что мне владельцы недвижимости в камеру готовы рассказать. Если вы белые и прозрачные, что скрывать? Да? Если мы у вас белые черную, прозрачные, да? Зарплату получают сотрудники в черную, там нет, в оплате поставщика. Мы все в белую черную, работаем, абсолютно тогда белую. Тогда это надо скрывать. Я не вижу смысла скрывать эти цифры. Они, мы работаем абсолютно в белую, но какие-то вещи, когда мы приглашаем партнера, все-таки хочется посмотреть человеку в глаза и все ему рассказать. Андрей. Но не на. Ага, да. Коллеги, позвольте, я думаю, что время у нас лимитировано. Смотрите. Тут, разумеется, право каждого человека самостоятельно общаться в онлайне с инвестором или в офлайне. Андрей, вообще, давай только следующее, что если вы будете выступать на стартап-шоу в Москве на сцене, вот это море вопросов, которые нам непонятно, они всем нужны. И цифры, то есть вариант того, что а вот цифры я расскажу вам на нетворкинге и буду вас мучить, но оно так не получится. Там, вы там просто подумайте, там, готовы ли вы там озвучивать там цифры на большой сцене, или если вы хотели, чтобы, допустим, шоу-продакшн работал в приватной истории, то есть не будете на сцене выступать, но мы подготовим вам там качественную инвестиционную презентацию, вот, и разошлем ее в инвестор, заинтересуйтесь, сделаем личные встречи, потому что такое тоже есть. Я прекрасно понимаю, что вы не хотите раскрывать там не потому, что вам жалко, как говорится, да, или там серо, не серо, ну, некая коммерческая тайна, ну, окей. Каждый имеет право на коммерческую тайну, поэтому тут да, мы тогда, Андрей, будем с вами прощаться, потому что очень ограничено во времени, у нас еще три проекта впереди, поэтому, Андрей, мы будем с вами на связи после эфира, созвонится Полина, я, и да, обсудим наши дальнейшие действия. Ну, а вам бы огромное спасибо, что были с нами, за ваш проект, презентацию на будущее, не скрывайте цифры, да, здесь ничего криминального нет. Если они есть, значит, они у вас такие. Поэтому спасибо вам огромное, что были с нами, до скорой связи.
Мечтаете об идеально сидящей рубашке, но стандартный крой не подходит? Наша уникальная технология «Умная мерка» – лучшее решение. Создайте свою рубашку всего в три клика. Раз. Заходим на сайт рубашканазаказ.ру. Два. Выбираем понравившуюся модель рубашки. Три. Вводим всего три свои мерки, и система автоматически выдает оставшиеся параметры. Вашу готовую рубашку курьер бесплатно доставит лично в руки. Рубашканазаказ.ру. Подчеркнем вашу индивидуальность на раз, два, три. У нас на связи Сулейманов Данис, проэтика Днетик. Они делают рекламу, которая нравится всем. Данис, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас слышать, рада вас видеть. Данис, у вас, знаете, да, 3,5 минуты на презентацию, поэтому не теряя времени, включайте демонстрацию экрана, и мы вас внимательно слушаем. Так, видно меня, да? Видно экран? Видно, да. Экран, на весь экран презентацию, первый слайд. Все, отлично, стартуем. Отлично. Всем привет еще раз, меня зовут Данис, я основатель Однетик, и мы делаем рекламу, которая нравится всем. Я серийный предприниматель в диджитале с 2006 года, создал и продал диджитал-агентство Nova Interactive. А Алексей, мой бывший студент со времен аспирантуры, с тех пор он успел создать множество высоконагруженных систем, например, 2/3 расчетов КАСКО онлайн сейчас проходит через его детище. Юля создавала с нуля продукты для B2B и B2C, Денис создавал отделы продаж в Биглионе и рекламном бизнесе Юморта. Итак, давайте начнем. Вот есть QR-код, его можно читать и посмотреть то, о чем будет идти речь вживую. К проблеме. Вы наверняка сталкивались с баннерами, где по всем сайтам за вами бегает ваша корзина. Это называются продуктовые ретаргетинговые баннеры. Я уверен, что они вас раздражают так же, как и меня, как большинство пользователей интернета. И это происходит, потому что люди приходят смотреть контент и читать контент, а не рекламу. Именно поэтому мы превратили нативный формат такой формат ретаргетинговой рекламы в нативный формат. Мы на лету компонуем статьи на основе товаров, которыми интересовались пользователи в различных интернет-магазинах. Такие статьи увлекательны, полезны и эффективны с точки зрения конверсии в продажи. Здесь вот пример такой интеграции. Опять же, по QR-коду вы можете увидеть живой пример. То есть это статьи со встроенными карточками товаров по такой же механике, как ретаргетинг. И многие паблишеры отказались от ретаргетинговых баннеров, чтобы не отсутствовать аудиторию. Но им, конечно, очень хочется получать деньги от интернет-магазинов, мы это точно знаем. А работает это следующим образом. Авторы пишут статьи и добавляют к ним товары, определяя, какие товары можно заменять, а какие нет. И дальше в такой шаблон автоматически подбирают товары, которые подходят к тематике статьи. На интернет-магазинах стоят наши коды, отслеживают предпочтения покупателей, их товары, которыми они заинтересовались. Дальше мы показываем нативную рекламу. Человек читает статью, вдохновляется, покупает товар. И интернет-магазин, да, он может купить товар как в интернет-магазине, так и сразу на сайте паблишера. Существуют две механики. Выплачивает комиссия, эта комиссия распределяется между авторами и паблишерами. С точки зрения технологии, мы это все уже обкатали на объемах там, сотни миллионов контактов. Получили очень хорошие результаты и видим же устойчивое преимущество нативной рекламы перед баннерами. Здесь вот выделены те пункты, где это драматически видно. К чему это приводит? К тому, что нативная реклама в вот, контент-коммерс просто более эффективна и не раздражает пользователей. Эти цифры, ну, это такие усредненные цифры, они далеко не во всех категориях реализуются, но вот опытным путем мы пришли к тому, что лайфстайл для нас наиболее категории. И что характерно, что это те самые категории, которые сейчас растут в Европе самым быстрым темпом, потому что интернет-покупки превратились в повседневную деятельность. Да, люди не гонятся за скидками. Мы стартуем в России, но уже в этом году планируем запустить пилоты в Европах, в странах Европы.
Объем рынка колоссальный, это, вот здесь цифры только европейского рынка. Мы планируем выйти на объем выручки 115 миллионов евро через 3 года. Для примера, Критео, один из лидеров ретаргетинг-баннеров, вот, цифры 2017 года. Сейчас есть только один прямой конкурент в США. Они достаточно успешны, уже покупают контент-студии, переходят в сторону производства видео, чтобы у них был видеоконтента больше. В России и Европе сейчас прямых конкурентов нет, но существуют, конечно, возможные решения этой проблемы. За рамки по времени, поэтому ускоряйтесь и заканчиваем. Да, хорошо. Собственно, контент-коммерция, о котором я говорю, построен на успешной платформе, бизнес операционно прибыльный. Мы сейчас анализируем контакт с крупнейшим медиа-рекламным селлером и кратко увеличиваем наших продаж. Ну, соответственно, у нас обширная сеть паблишеров, постоянных клиентов, есть успешный опыт с зарубежными партнерами работы. И сейчас мы ищем $300 000 в виде конвертируемого займа под масштабирование продаж, маркетинга и запуск контент-коммерции нового продукта. Опять же, по QR-коду там есть материал и по презентации. Спасибо. Спасибо, Денис. Возвращайтесь к нам, отключайте демонстрацию экрана, и будут вопросы от наших экспертов-инвесторов. Так, кому первому слово? Андрей, Иван? Давайте я скажу, что кратенько. Смотрите, мне понравилась ваша презентация, как бы красиво сделана. Единственное, что, скажем так, я не видел как бы финансовую модель. А есть. Финмодель у вас раз. Второе, не понял, какие у вас сейчас обороты, какие доходы, сколько было вложено денег, во что вкладывать ежемесячно. Если только вот эта команда, которая есть команда, вкладываете в маркетинг, то есть расход, доход, прибыль тоже не увидел. Кстати, презентации проекта, ну, самой презентации проекта, то есть нет прописанных скриптов в каждом слайде, чтобы были подающие тексты. Потому что, ну, на самом большом шоу, которое будет в Москве, то есть нужно, чтобы к каждому слайду был скрипт, и прям от зубов отлетал, и прям программные скрипты, чтобы все инвесторы услышали то, что хотят услышать, там, проект, решение, какую проблему решаете, как решаете эту проблему, сколько было инвестировано, какой оборот сейчас, сколько лет вы находитесь на этом рынке, значит, почему, значит, за счет, как бы, той маржинальности, которая у вас есть, вы не берете те же самые там, как бы, кредиты в банках или не идете на краудинвестинговые на платформу, вообще какой оборот у вас. Ну, то есть вот много финансовых вопросов, которые стоят за кавычками. Вот, а прежде всего интересует расход, доход, прибыль. То есть дальше касательно инвестиций, то есть $300 000 – это небольшая сумма сама по себе, ее можно выдать, но опять же непонятен инвестиционный план. То есть на что пойдут деньги, то есть на какие статьи расходов. Для, значит, какие сроки, ну, по срокам возврата я там видел, да. Ну, то есть, как бы, срок окупаемости, грубо говоря, какие-то прогнозируемые гарантии. То есть, почему вы уверены в том, что деньги вернутся? Не к тому, как будете отдавать, а почему вы уверены? То есть, на основании какой экспертизы вы уверены, что эти деньги действительно вместо там типа отобьются? Дальше. По продукту мне все очень нравится. Смарт-идея, она крутая, она международная, самое главное. То есть, ее можно действительно пушить. По оценке рынка поставил 8 баллов, ну, из 10 возможных, просто потому что ставлю там, ну, 2 балла, что возможно, там чего-то вы не знаете, я уж точно этого не знаю, ну, прям поставить слепо 10, ну, просто как-то рука не та самая. По маркетингу, по продвижению, по развитию, по захвату рынка 0 информации, ну, прям вот, то есть вот, ну, вот так вот. А проект отличный, владелец стартап-шоу приглашаю, но только, пожалуйста, надо упаковаться. То есть нужно вот, вот то, что записали, прям попросить Дарью, она пришлет как бы шаблон презентации. И по этому шаблону сделать красивую презу плюс скрипты, чтобы от зубов отлетал и полный вперед. Да, спасибо, да. Иван. Угу. Так, Андрей, спасибо. Есть что сказать? Есть вопросы? Ну, во-первых, я так понял, что вам нужны не инвестиции, а кредит. $30 000 под 6% годовых, 300, я увидел. $300 000 под 6% годовых. По сути, да. Но это в банк.
Ну, нет, знаешь, банки хорошо. На нашей стадии, к сожалению, не дают займы. А зал так, если это кредит, какой залог? Не, а это не кредит, это конвертируемый займ. Залог – это доля компании, по сути. Доля компании. Тогда хорошо. Чистая прибыль компании сегодня какая? Есть чистый убыток. Чистый убыток. Стартап. Тогда это не может являться залогом. Доля в компании, которая убыточна, не может являться залогом. Поэтому мне кажется, что ваше предложение вряд ли кого-то привлечет. Почему? Потому что риск огромный. 6% от 2%, которые можно получить в Сбербанке или ВТБ, отличается не сильно. Это не 25, это не 30, там, да, это, ну, 6% да. Доходность, это такая. На самом деле, это, я перебью вас, простите, это стандартный механизм инвестирования, он подразумевает, наоборот, защиту инвестора. То есть в случае неудачи, если проект не вышел на нужные обороты, не получил нужную оценку на следующих этапах, то есть опция вернуть займ этими процентами. Это проценты в долларах, да, указаны. В случае, если компания будет куплена или будет большой раунд финансирования, то этот займ конвертируется в долю с дисконтом 25% и с набежавшим процентом. Mm-hmm. То есть это как бы отложенное финансирование в капитал. Mm-hmm. Но то есть это стандартный инструмент для вот как раз ранних этапов компании. Вот, это не займ, да. Мы готовы брать займы какие-то определенные, но опять же поручительство, там, залог компания, которая убыточная, конечно, банки не привлечет. Это я понимаю. Поэтому да, мы ищем инвестиции. Хорошо. Вопрос. Могу я протестировать сейчас? Ну, дать вам какой-то бюджет небольшой и посмотреть отдачу. Да, безусловно, мы можем запустить вам компанию, отвечая на вопрос Ивана, да, по выручке текущей. У нас сейчас выручка, февраль-март уже заблокирована, 2,5-3 миллиона, то есть 3 миллиона будет, наверное, план. Это выручка с маржинальностью 50%, но это основной бизнес. Новый продукт, мы его тестировали в ручном режиме, получали очень хорошие результаты, вот про контент-коммерцию я говорю. Но для того, чтобы это запустить полноценно, нам нужно как минимум там десяток интернет-магазинов и 1-2 месяца пилотирования с ними, то есть это работа с данными, это написание статей, адаптация этих статей, чтобы мы получили вот результат, с ними закрепились и дальше могли уже масштабировать, добавляя новый магазин. То есть тут эффект масштаба возникает из-за того, что чем больше подключено магазинов, тем больше у нас есть возможности в нашей сети увидеть посетителей этих интернет-магазинов и предложить им больше, соответственно, товаров. То есть сама юнит-экономика с точки зрения того, как вот один конкретный пользователь заходит и проходит, мы это протестировали, это работает, но чтобы это были большие объемы, как у Pretail, нам нужно выйти на рынок полноценно. То есть это там, работа как минимум там, на 3-6 месяцев, чтобы это стало значительно. Про желание Андрея инвестировать в рекламную кампанию? Или вы сейчас говорите, про что сейчас речь-то? Про пилотный проект, если дать деньги на пилот, на то, чтобы пилотировать что-то. Ну, я понял, что не получится пока сейчас. Им нужно. Если это интернет-магазин, то со старта получится, но мы будем эти 3 миллиона довольно долго вырабатывать. Если вы хотите рекламную кампанию в нативной рекламе, да, вот то, чем мы занимаемся, да, то, что мы уже построили, там без проблем мы такие объемы за месяц раскручиваем вам. Вы рекламу продаете или что-то другое продаете? Я что-то уже потерял. Да, смотрите, там был слайд, я, наверное, надо акцентировать на нем внимание, что текущий бизнес, это рекламный бизнес, это вот рекламная платформа нативной рекламы. И мы запускаем новый продукт для интернет-магазинов. Вот этот контент-коммерс. Денис, смотрите, предложение от Андрея Ковалева было таким, чтобы деньги не просто на вашу гипотезу, да, пилотировать в никуда, а если он дает 1 миллион рублей с какой-то монетизацией, отдачей. Такое возможно?
Не монетизация, я заказываю рекламную кампанию в новой системе, которая, да. Не там, где у них раньше уже работали, а в новой системе. Потому что они же сказали, что ручным способом они уже это делают. Давайте закругляться. Короче, надо презентацию готовить, потому что оказалось, что в одном из слайдов указан новый проект, о котором никто ничего не сказал, и у нас сейчас отдвоение 100%. Поэтому, ну вот та пресса, которая есть, мне нравится, эффективная реклама, мне нравится. Welcome на стартап-шоу, но, пожалуйста, подготовьтесь, потому что вот этот вариант вообще никуда не горит. Это прям какой-то трэш, потому что у меня раздвоение мозгов. Денис, поэтому спасибо вам огромное. Прислушайтесь, пожалуйста, к мнению наших экспертов и инвесторов. Подготовьтесь, подготовьте ваш проект и welcome на стартап-шоу 22 февраля. Но это уже прям вот узкопрофильный ваш проект вы должны презентовать. Четко по схеме, которую мы вам направим по шаблону. Поэтому спасибо большое. Мы с вами прощаемся. Будем на связи после эфира. До свидания. Хорошо, да. Хорошо, спасибо. До свидания. Ну, это был проект Сулейманов Денис. Вот. Сулейманову Денису успехов, готовится ему и только готовится. Ну а мы переходим к нашему следующему проекту. Это Сапожников Дмитрий и Александр Алексеев. Ребята выходят у нас так синхронно в паре, команда. Проект iMed, система поддержки принятия врачебных решений. Вот такой медицинский проект. Послушаем, что ребята подготовили нам. Ребята выходят на связь. Да, здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, рада вас слышать, видеть. Ребят, ну стартуйте, презентуйте, 3,5 минуты. Скажите, пожалуйста, видно презентацию? Да, прекрасно. Да. Отлично. Давайте тогда давайте начнем. iMed – это система, разработанная совместно с Министерством здравоохранения, территориальными фондами ОМС и медицинскими информационными системами. Система iMed проверяет законченные случаи лечения на соответствие медицинским стандартам. Собственно говоря, проблема. После проведения лечения клиника направляет медицинские карты в страховую компанию на проверку, где вносится решение о корректности предоставленных услуг. Если карта заполнена некорректно, то клинике поступает штраф за несоблюдение медицинских стандартов. Далее данная карта поступает в территориальный фонд ОМС, где проверяется справедливость начисления штрафа. Подобные трехсторонние проверки подвергаются около 10% медкарт, но несмотря на это, объем штрафов, предъявленных от страховых компаний, превысил 70 миллиардов рублей в 2017 году. Проверка 10% карт обошлась участников рынка в сумму, близкую к 4 миллиардам рублей. Таким образом, медицинские карты на данный момент проверяются неэффективно. Какое же у нас есть решение? Решение следующее. Система iMed может проверить медицинскую карту сразу после проведения соответствующего лечения и закрытия случая лечения в медицинской системе. Данная проверка покажет, какие несоответствия содержатся в медицинской карте, что позволит выявить и исправить их до отправки карты в страховую компанию. Данный функционал позволит уменьшить сумму штрафов, а также повысить качество лечения. По поводу технической части, принципиально система содержит два ключевых блока – математическую модель и API для ввода и вывода информации. Математическая модель основана на нейронных сетях и анализе естественного языка, что позволяет добиться высокой точности модели. API для ввода и вывода информации – обеспечивает бесшовность работы бизнес-процесса с точки зрения клиники. Партнеры проекта являются территориальный фонд ОМС Липецкой области, предоставивший экспертную оценку системы и возможность запуска пилота, а также МИСК «Пазар», предоставивший возможности по запуску совместного пилота и обеспечивающий возможность продажи iMed для клиентов данного МИС. Общий рынок для данного решения оценен в 24,5 миллиарда рублей, а достижимый рынок составляет 673 миллиона рублей. Выходные данные системы отображаются в виде удобного отчета, где указаны ошибки и данные подсказки о необходимых исправлениях. Точность системы по итогу пилотирования составила более 90%, около 91-92% это итоги пилотирования с Липецкой областью. Точность продолжает увеличиваться в процессе до обучения системы. На данный момент у нас подготовлен MVP, в рамках которого iMed находит ошибки по одной из медицинских специальностей, а именно это болезни сердца. Также был запущен пилот совместно с Липецкой областью. Кроме того, проект внесен в цифровой контур здравоохранения в трех регионах, что означает закупку системы после запуска успешного пилота. Ожидаемая выручка от сотрудничества с данными регионами составит около 20 миллионов рублей. 1 марта мы хотим полностью покрыть Липецкую область и, соответственно, предоставлять им свою систему для кардиологии. Какие у нас планы? Планы следующие. Во-первых, включить в систему все основные врачебные специальности, а во-вторых, подключить к системе не менее 9 регионов и 6 частей частных клиник на горизонте в 9 месяцев. Команда состоит из себя, включает в себя профессионалов,
каждого которого, из которых есть опыт работы не менее 5 лет в соответствующей специализации. И, собственно говоря, инвестиционное предложение следующее. Мы хотели бы привлечь 9 миллионов рублей для масштабирования, то есть добавления новых врачебных специальностей в систему и начала продаж для, соответственно, государственных и частных клиентов. Ну и, собственно, IMED – это будущее медицины. Пожалуй, вот так. Спасибо. Mm-hmm. Спасибо, Дмитрий. Возвращайтесь к нам. Ну, давайте, Иван, вы зададите вопрос. Смотрите, вы сейчас зарабатываете что-нибудь? Нет, мы сейчас ничего не зарабатываем. А на что вы тратите? Ну, то есть, из каких ресурсов вы тратите? Ну, у нас есть собственное финансирование. То есть у нас сейчас, собственно, наш SEO, это Дмитрий, он как раз в штате работает. И у нас есть некоторые накопления. Мы, вообще говоря, инвестируем их. А в остальном команда работает по выходным, full-time. И у всех есть какая-то основная работа, которую они занимаются помимо проекта. Собственно, хотелось бы это изменить, чтобы увеличить скорость подготовки продукта. Про конкурентов не было сказано. Я правильно понимаю, что вот эти штрафы получают страховые компании от их прибыли? Да, совершенно верно. Эта система работает следующим образом. Страховые компании находят какое-то несоответствие медицинской карте и получают часть от штрафа. То есть, например, штраф 100%, страховая компания получает от 10-20% от стоимости штрафа. То есть вы хотели бы компанию ВТБ страхования, например, или компанию Сбербанк страхования, да, а дополнительные прибыли в том вот объеме, который сейчас как там, типа, забыл, сколько там, 47 миллионов или 47 миллиардов, в основном была цифра указана. 76 миллиардов. Соответственно, да? Вы можете, да, взять 10% от этой суммы и сказать, что 7,6 миллиардов размазываются по рынку обязательного медицинского страхования между теми компаниями, которые им занимаются. Ну, Сбербанк здесь в меньшей степени, наверное. ВТБ вы очень точно попали, а Сбербанк, ну, все-таки... Ну, то есть ваше решение, оно предлагает страховым компаниям немножко объединить, правильно? Если они объединяют, то кто богатеет? Собственно, это территориальный, ну, это Минздрав, так или иначе, да, в лице фондов территориального медицинского страхования. Вы действительно правы, что этот продукт, он интересен и страховым компаниям, и медицинским организациям, и здесь есть некоторый вопрос, кому из них продать его. Почему выбор в пользу медицинских организаций? Потому что этот продукт достаточно легко дорабатывается в будущем до рекомендательной системы. Рекомендательная система может рекомендовать врачу назначить те или иные анализы, например, за что страховая уже, естественно, не заплатит. И перспектив развития этого продукта больше в медицинских организациях, чем в страховых. С этим связан выбор непосредственно тому, кому, условно говоря, этот кусок и отдавать. Вот такая логика. Кто ваш покупатель? Вот, ну вот, смотрите. Вложили 9 миллионов. Что с ним происходит? Вот, значит, набрали народ, я видел, там было написано введение в штат. Зачем в штат вводить людей, платить за них налоги 39%? Я вот это не всем понял. Ладно, окей. То есть это сразу бюджет 39%. Ну, то есть вот взяли 9 миллионов, минус 39% от налоги. Зачем? Ну, ГПХ. Ну, во-первых, вы на самом деле частично правы. То есть это даже не 39%, это больше, 30% вычисления плюс 13% налог. Это 43%, и на самом деле они считаются грязными, там 50% получается, если уж мы так рассуждаем. Но никто не говорит о том, что их нужно обязательно там, брать в штат. Брать в штат – это же такая некоторая формулировка, которая говорит о том, что люди должны работать full-time. Например, сейчас вы можете, во-первых, из этих 30% получать 14%, если вы зарегистрируетесь в Сколково. Это несложно. Или вы, если вы используете письмо Минсвязи, которое позволяет вам выступить как интернет-компания. А если вы будете как самозанятых этих людей оформить, то вообще вы будете платить несколько процентов. Это вопрос исключительно финансовой структуры. Нет, это я-то знаю. Просто ваша презентация... Да, теперь вопрос... Нет, это просто некоторая такая фактологическая неточность, которую я хотел развеять. Да. Вот. Теперь, собственно, кому это интересно? Смотрите, у нас есть три области, которые забюджетировали под нас деньги. Это так называемый, ну, мы это называем, внесли в фонд цифрового здравоохранения. Забюджетировали они около 20 миллионов рублей. Эти области – это Липецкая, Воронежская область и Северная Осетия. Почему именно они? Потому что мы будем работать с медицинской информационной системой, то есть та система, которую
Ну, врач перед собой вот на рабочем столе открывает эту систему и использует ее. Мы в нее встроимся и будем давать им дополнительную аналитику. И с точки зрения продаж, мы будем тендериться через них, чтобы самим не подвергаться там, достаточно жестким процедурам проверки. Да? То есть это KYC. Ну, вот эти регионы были выбраны по какой-то логике, то есть больше всего штрафов им тогда начали? Как вы их выбирали? Да, смотрите, во-первых, это в большей степени, наверное, какой-то личный контакт, очень близкий с Липецкой областью. Во-вторых, Липецкая область, она, в принципе, лидер в информатизации технологий, я имею в виду, в Российской Федерации. Ну, да, это может быть удивительно, но тем не менее. Поэтому эта область также была выбрана как пилот. Что, простите? А вы не показали фин-модель? Что там? На чем? Смотрите. Это понятно, а... Да, а смотрите, а что вы хотите увидеть в финансовой модели? То есть я могу вам объяснить, почему 9 миллионов складываются из чего? Это порядка 10 месяцев жизни компании при средних затратах в месяц 900 тысяч рублей, которые делятся, они в основном тратятся на фот, так или иначе. А с точки зрения выручки, вторая часть модели, которая вас будет интересовать. У вас было написано фот и маркетинг. Это как бы трудоустройство, окей. Это трудоустройство. Да. Ну, я понял. Да, смотрите, это расходная часть. Я хочу еще доходную объяснить. Ну, то есть доходная часть, она складывается из продаж, по большому счету, государства. Вещи, которые мы можем сейчас видеть, это 20 миллионов, и которые, очевидно, будут расти. То есть мы понимаем, что в целом, наверное, мы за год охватим порядка 9 миллионов. Эти 9 миллионов, они могут сформировать, в свою очередь, там 30-60 миллионов выручки, которую... Так как это государство, оно будет платить с отсрочкой. И вообще говоря, это такая достаточно дискуссионная вещь, какая выручка будет сформирована на конец года. Точно ее предсказать сложно, и поэтому, вот если составлять какую-то финмодель, здесь есть большая доля просто субъективизма. Если мы ее сделаем, мы можем ее сделать, отправить вам. Коллеги, давайте, у нас время короткое. Смотрите, мне, я просто сейчас 5 месяцев как раз занимаюсь ВТБ страхованием, собственно говоря. И то, что вы нарисовали, сам себе продукт, он интересен. Но то, как вы преподносите, планы по захвату мира, мне кажется, я, возможно, ошибаюсь, в них, мне кажется, кроется как бы фундаментальная ошибка, куда идти. Знаете, когда вот возле камня стоишь, три дороги, одна, вторая, третья. Одна правильная, две неправильные. Вот, мне кажется, что ваш проект требует больше, скажем так, как бы анализа, потому что 120 миллионов вот там что 20 миллионов, что 9 миллионов, это все R&D. Давайте Андрей послушаем. Да. В общем, надо общаться. Приглашаю нас. Андрей, Дмитрий, как вы нас слышите? Дмитрий? Я вас очень хорошо слышу. Просто Иван вам задавал вопросы, да? Давайте сделаем так, Дмитрий, по вашему проекту, по презентации мы с вами свяжемся, Иван или я и Полина, пообщаемся, да, по дальнейшему коммуникации и взаимодействию. И на будущее, уважаемые стартапы, никогда не выходите из кафе, ресторанов на связь, прямой эфир стартап-шоу «Челлендж Тур». На фоне вас готовят кофе, тарелки, посуда, поэтому огромная просьба в тишине, в офисе, дома, чтобы никто не мешал. Вот. Дмитрий, вам спасибо огромное за проект. А я? Андрей, есть что сказать? Да. Я так понял, что это антирадар для руководителей различных медицинских учреждений. У меня вопрос. Можно его так назвать? Хорошо. Что сказать? Можно так назвать. Да. Очень хорошее описание. Я думаю, надо его взять на заметку. Да. Я главный врач больницы. Да. Я, кстати, протестирую, у меня есть знакомые главные врачи больницы. Я когда в чем-то что-то не понимаю, я привлекаю своих друзей-специалистов. Хорошо. Вот сколько он должен заплатить и сколько он сэкономит за год? В первую очередь платить будет фонд территориального медицинского страхования, а не конкретная больница. Угу. Это нужно понимать, потому что, в общем-то, задача фонда – сэкономить бюджет области. Это первый момент. Второе – ценник – это 100 рублей за врача. Что-что? Цена продукта – это 100 рублей за врача. Подожди, а что такое 100 рублей за врача?
То есть, смотрите, я тогда не могу. Вот смотрите, есть фонд этот ОМС. Совершенно верно. В подчинении там 120 больниц государственных, еще 50 частных. Значит, надо сосчитать всех врачей, да? Их, допустим, 5000. Это открытая информация. Да. И это первый момент. Второй, нас интересуют только врачи, которые предоставляют услуги в большей степени по ОМС. То есть это не частные больницы, а это государственные больницы. Нет, частные больницы сейчас тоже предоставляют по ОМС услуги. Они тоже включены. Хорошо. Значит, тогда, ну, чтобы понять, ну, допустим, вот на одного врача 100 рублей, а сколько экономят на одного врача? Ну, вы же понимаете, они экономят на штрафах. Они экономят на штрафах и на численности персонала, который сейчас проверяет эти медицинские карты. Не думали о том? Подожди. И давай еще, да, я разберусь все-таки. Тема для меня новая. Значит, итак, больница подала отчет, врач подал отчет. В нем есть ошибка. Кто должен заплатить штраф? Штраф – это на самом деле бюджет больницы, но этот бюджет, он же находится у фонда ОМС. Он же выделяется постепенно. То есть больница должна заплатить штраф фонду медицинского страхования, правильно или нет? Ну, больница, условно говоря, должна перечислить это страховые компании. А страховая компания должна, в свою очередь, забрать от этого 10%, а 90% перечислить в ОМС. Но здесь, как вы видите, можно сделать некоторый нетинг. И поэтому часто бывает, что просто фонд ОМС может напрямую заплатить страховой компании и уменьшить бюджет больницы таким образом. Коллега, а может быть вариант, когда, к примеру, главврач работает с компанией какой-нибудь страховой в рамках ДМС, работает там ОМС, ну, все тоже работает. Пеней, говорю, 5% от всех штрафов получается от страховой компании. Я знаю, почему не верю в эту систему? Потому что нашим чиновникам, к сожалению, по барабану. Это не из их кармана платятся эти штрафы. Все. Не из их кармана. Им выделили финансирование 300 миллиардов рублей на область. Сколько они там сэкономят, они в этом не заинтересованы. Или вам придется коррупционные схемы включать, чтобы они... Ну, смотрите, давайте сразу просто я вас перебью, потому что вы не правы. Потому что есть конкуренция между... Пожалуйста, прям буквально коротко, потому что у нас еще есть ваши коллеги, которые тоже хотят презентовать проект. Да. Да, конечно. Есть конкуренция между областями, и эти области анализируются Минздравом. И тем, кто плохо отработал, и у кого большое количество штрафов, им бывает нагоняй, а тем, кто хорошо отработал, у них они, собственно, получают некоторую возможность... То есть рассказать, почему они были хороши, ну или получить там повышение. Поэтому отдельный чиновник, который ответственен за медицину, он в этом заинтересован. И в этом вы совершенно не правы. И поэтому, собственно, те области, которые готовы сейчас купить, они, наоборот, заинтересованы в том, чтобы купить раньше остальных, чтобы получить от этого некоторый такой апсайд. А потом, на самом деле, так как эта информация расходится по рынку, остальные области, скорее всего, тоже будут вынуждены... Вы продавайте теперь взятки, от них берите. Продавайте тому, кто даст больше взятку. На аукцион надо выставлять. Спасибо, коллеги, спасибо, Дмитрий, спасибо за ваш такой проект «Антирадар». Вот, мы с вами тоже будем на связи и, конечно же, приглашаем вас 22 февраля на стартап-шоу, которое пройдет в цифровом деловом пространстве. Там нужно будет подготовить проект не так, как в каком он сейчас виде, да, доупаковать. Поэтому давайте думайте, и там уже будет более 20 инвесторов, кому вы будете презентовать проект. Вот. Ну а мы прощаемся буквально вот после эфира, обязательно с вами свяжемся. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Было очень приятно. До свидания. Взаимно, 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 Дмитрий. Друзья, ну а мы не забываем голосовать, как зрители, так и наши инвесторы Андрей и Иван. Проходите по ссылке, оставляйте голос по каждому проекту. Полностью весь голос, да, все баллы вы можете посмотреть, друзья, под этим видео по ссылке «Голос Эксперт». Проходите, смотрите, как голосуют зрители, кто больше, да, кто у нас на первом месте. Вот, поэтому не жалейте, так как народное голосование у нас всегда в приоритете. Лучший проект, он может попасть благодаря вам на финал на стартап-шоу 22 февраля. Ну, а мы сейчас выходим на связь с нашим последним проектом. Ожидаем.
Мечтаете об идеально сидящей рубашке, но стандартный крой не подходит? Наша уникальная технология «Умная мерка» – лучшее решение. Создайте свою рубашку всего в три клика. Раз. Заходим на сайт рубашканазаказ.ру. Два. Выбираем понравившуюся модель рубашки. Три. Вводим всего три свои мерки, и система автоматически выдает оставшиеся параметры. Вашу готовую рубашку курьер бесплатно доставит лично в руки. Рубашканазаказ.ру. Подчеркнем вашу индивидуальность на раз, два, три. Угу. Живот видим. Да. Кто у нас на связи? У нас сейчас Иван Алехин на связи. И ожидаем выход тезки Иван. Гридин Иван сейчас на связи у нас. Экосистема для геймеров и киберспортсменов. Добрый день, Иван. Здравствуйте. Иван. Привет. Рад вас слышать, да. Включайте демонстрацию экрана и стартуйте. 3,5 минуты у вас. Окей, поехали. Так, ну, вообще хотел сначала сказать, кто из вас играл в компьютерные игры? Наверное, все. Я родился в компьютерном детстве. Ну вот, да, об этом и говорю. То есть сейчас существуют целые виртуальные миры, виртуальные вселенные, которые дают направление такому, точнее, которые... Это дает развитие таким направлениям, как киберспорт. И наша идея как раз-таки за... создание экосистемы для киберспортсменов и геймеров. Так, ну мы создаем агрегатор сервисов для геймеров и киберспортсменов. Так как отрасль новая, здесь есть очень много проблем, которые мы видим и которые знаем, как решать. Общий объем рынка растет ежегодно на 14%. Это если мы говорим об аудитории киберспорта. И только о профессиональной аудитории. Помимо этого есть... 1,1 миллиарда геймеров, которые ежемесячно тратят стабильно на это деньги, на свое развлечение. Далее, поговорим о капитализации киберспорта, которая ежегодно растет на 25%, и доля России – это 11 место в общем мировом зачете, и первое место среди европейских стран занимает по темпам роста киберспорта. Целевая аудитория – это платежеспособные мужчины, в основном в возрасте до 27 лет, которые... стабильно тратит ежемесячно от 13 до 16 долларов в месяц. Деньги в нише есть, и туда стоит вкладывать. Далее. Естественно, новая отрасль, и есть проблемы. Это нехватка инфраструктуры для облачного и мобильного гейминга. Нет сервиса, удобного по созданию гейм-команд. Нет возможности заработать своими компетенциями. Высокие комиссии сервисов и мало турниров с ценными призами. Конкуренты наши работают в этой сфере, работают отлично, замечательно, развиваются, но каждый закрывает от 1 до 3 модулей, которые представлены на экране. Мы же закрываем все 6. Что входит в платформу BattlePoint? На данный момент мы разработали MVP, в который входит профиль пользователя, авторизация, регистрация и турнирный модуль. И в марте этого месяца планируем провести первый турнир на нашей платформе. В дальнейшем будет открыт Marketplace, это продажа внутриигровых предметов, облачный гейминговый сервис, это сдача в аренду вычислительных мощностей, игровой тотализатор с скинами внутриигровыми предметами, рекрутинговый модуль по созданию команды и новостной контент-модуль, который позволит пользователям получать вознаграждение за свои компетенции. Далее, дорожная карта проекта. Это привлечение стартовых инвестиций, 2019 год, февраль, подготовка к релизу. Февраль-июнь – это запуск проекта поэтапный, получение фидбэка от комьюнити и 50 тысяч первых человек. Далее, июль-август – это версия 2.0, опять получение фидбэка от комьюнити, расширение партнерской базы. В декабре планируем заработать первые 16 миллионов и привлечь первые 500 тысяч человек на нашу платформу. Далее, в феврале 2020 собираемся выплачивать дивиденды, значит, инвестору. Также запустить сервис облачных игр на своих мощностях по России. И в декабре 2021 собираемся зафиксировать прибыль инвестора, выкупить долю с мультипликатором 1,99. Наши преимущества. Как я и сказал, мы агрегатор сервисов, экосистема с единой системой расчета, которая позволяет нам снизить комиссии на каждый сервис, в отличие от наших конкурентов. А также опытная команда является неотъемлемым преимуществом, которое имеет опыт разработки сложных программных продуктов. На этом слайде представлена технология продукта, о которой я уже сказал. В принципе, поэтому можно будет ознакомиться, кому интересно в дальнейшем.
Самое интересное, как мы зарабатываем. Это комиссия с каждой сделки в маркете от 1 до 5%. Комиссия на турнирах от 5 до 10%. Абонентская плата за вычислительные мощности дает маржинальность 25%. Комиссия от 3 до 7 на тотализаторе. И рекламные доходы. Мы интересны всем, потому что комьюнити платежеспособны. Таким рекламодателям, как банки, фастфуд, одежда и оператора связи. В среднем за 3-6 месяцев это дает около 3,5 миллионов рублей в месяц при проникновении на рынок России на 1% по нашей финмодели. В стратегии продвижения мы планируем провести 4 этапа. Первый – это региональный турнир, всероссийский и международный турнир в этом году. И создание своей киберспортивной команды. Чем обусловлена надежность и обеспеченность данной стратегии – это взаимодействие с нашими партнерами, такими как Epic Games, Behavior – это создатели игр, это Gigabyte и Bequit – это создатели девайсов, Киберспейс – киберспортивное пространство в Москве, Федерация киберспорта города Москвы. Со всеми проведены переговоры, и все готовы с нами сотрудничать. Далее, предложение инвестору. Это 15 миллионов рублей. За 15 миллионов рублей вы покупаете 25% доли компании. Срок окупаемости проекта 17 месяцев, выходим на операционный ноль через 11 месяцев. Через 3 года мы выкупаем долю с мультипликатором 1,99. То есть инвестор увеличивает свои вложения в 4 раза. На следующем слайде представлено предложение для инвестора, этап инвестиционных затрат, которые разбиты на 10 месяцев. Деньги пойдут на создание продукта, фонд оплаты труда, покупку серверов и маркетинг. Здесь представлена наша команда, в которую входят люди из отрасли гейминга, а также люди, профессиональные разработчики, которые имеют большой бэкграунд в сфере разработки. На следующем слайде представлены менторы проекта. Мы прошли акселератор в Уфе у Альберта Манапова, путеводителя по инновациям. И нас поддерживают следующие вот люди, которые представлены на слайде. Ну и заключительный. Иван, основатель проекта, готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Иван, за ваш проект. Возвращайтесь к нам. Андрей, ты первый. Андрей, вам слово. Есть ли какие-то комментарии, вопросы по проекту? В целом, идея сильная, мощная, действительно сейчас растет. Это увлечение захватывает умы. Появились даже то, чего раньше не было, вроде как компьютерные клубы прекратили свои существования, да? Нет. Потому что у каждого в доме появились свои там компьютеры и все. А сейчас опять появились, потому что такой дорогой, мощный компьютер, который нужен для игры, не каждый может себе позволить. И поэтому, поскольку он не нужен каждую там минуту, каждый час, как телефон, да, то люди начинают приходить в эти клубы и там играть. Команды формируются одна за другой, ищут талантливых людей. Это такой серьезный большой бизнес становится. Да. Перспективы, я чувствую, есть в этом. Надо, конечно, вникать там в цифры, в профессионализм, в котором сделана эта платформа, во все эти нюансы. Но будущее есть за этим точно. Спасибо, Андрей. Иван Алехин, ваши вопросы. Да, смотрите, значит, во-первых, я не видел финмодель. Финмодель я могу скинуть вам в отдельном формате, ну, то есть в Excel. Я считаю, что финмодель презентации... У нас есть кусочек, но она не должна быть полностью. Ради бога, как считаете, нужно. Uh-huh. Я не видел как бы финмодель, то есть я видел ваши графики, по которым вы достигаете результатов. Но за счет чего происходит достижение результатов, мне не было понятно, по крайней мере, из презентации. Следовательно, вы нарисовали как бы интересные динамики, в рамках которых у вас идет рост. Но за счет чего рост происходит? Вот этих активности нет. Предполагаю, что у вас маркетинг там как бы расписан, и вы профессионалы своего дела, вы знаете, как это сделать. Но что презентую сейчас, что презентую, к примеру, на стартап-шоу на большой сцене, хочется понимать все-таки, за счет чего происходит данный рост. Потому что иначе, проект интересный, да, можно общаться, можно встречаться, но непонятная история. Значит, по финмодели тоже, то есть вы ее не отобразили, то есть, вернее так, вы написали то, за счет чего будете зарабатывать, собственно говоря, но это лишь только как бы написано, что за счет чего будете зарабатывать, как вы это будете зарабатывать. То есть там
ну, тоже непонятно. То есть не раскрыта тема, тема не раскрыта, надо презентацию его раскрыть. Мы будем зарабатывать за счет проведения таких активностей, эти активности будут такие-то, общая стратегия такая-то, рекламные каналы продвижения такие-то, вот такие индексы. Мы пропилотировали рекламную кампанию такую-то, стоимость привлечения одного лида такая-то. Потому что когда пишете 500 тысяч человек у вас будет на вас платформе, за счет чего они там появятся? Какая стоимость лида привлечения? Ну, то есть вот это не раскрыто. То есть где эта информация? Ее нету. Вот. В целом проект интересный, надо поработать, надо доработать. Давайте попробуем посмотреть, успеете ли в 22-м числу подготовиться на стартап-шоу. Если успеете, круто, не успеете, значит, надо дорабатывать и на следующее шоу там через 3 месяца выходить. Вот, у меня, в принципе, все. Спасибо. Я могу ответить, да? Да, Иван, да, мы вас слушаем. Иван, смотрите, получается, по поводу финмодели могу отправить, то есть она полностью есть, просчитанная. Причем финмодель просчитана для усредненного, оптимистичного и пессимистичного сценария. Далее, просчитано как для общей налоговой базы, так и для особой экономической зоны в России. Знаете, как я предлагаю, Иван, Иван стартап, смотрите, я вам предлагаю следующее. После эфира созвониться, пообщаться с Иваном, ответить на вопросы, которые он задал, потому что на будущее, еще раз повторяю, никогда не выходите из кафе и ресторанов на фоне очень... фонит, шумит. Поэтому, понимаю. Иван, вам спасибо огромное, да, что были с нами, за ваш такой интересный проект. Вот, мы свяжемся, сконнектим вас с Иваном и ответим ему на вопросы. А также мы вас ждем 22 февраля. Welcome на стартап-шоу, которое пройдет в цифровом деловом пространстве. Окей. Значит, с Иваном мне вы напишете ваш скайп, да, или как? Да, мы после эфира обязательно вас свяжем, да. Угу. Все, спасибо. Спасибо, Иван. Вам успехов и на связи. До свидания. Друзья, спасибо. Ну, это были вот такие вот у нас 4 сегодня проекта. Поэтому, уважаемые зрители, не забываем голосовать за каждый проект, потому что ваш голос очень важен для стартапа, и у них есть шанс выйти в финал и выступить на стартап-шоу. Вот. Андрей. Вам спасибо огромное, мне понравилось, что были с нами. Вы у нас первый раз в этой студии, первый раз на стартап-шоу «Челлендж Тур». Есть что сказать объективно по проектам? Что им нужно делать, что не нужно делать? Какие-то советы? Ну, мне сложно говорить, потому что я все-таки такой некий сторонний наблюдатель. Потому что я, если инвестирую, то у меня два направления. Недвижимость и все связанное с общественным питанием. С фудкортами, там, с точками, там. Вот туда я готов. То, что мне ближе и понятнее. Ну и, конечно, там сайт знакомств, не буду скрывать, я инвестор этого проекта, новый сайт знакомств. Это тоже близкая тема. Но я ищу, мне это интересно. Я ищу какие-то вещи, понятные мне, и в которых я вот интуитивно вот буду чувствовать, что это будет расти. Для меня это возможно, не, это, я понимаю, что я буду инвестировать там какие-то средства, ну, может быть, для них, конечно, они большие, для меня они смешные, то есть они не определяющие, я не буду переживать. Если я получу от процесса участия в этом стартапе некое еще удовольствие, то я не буду переживать, если мы даже прогорим, а если выстрелит, ну и слава богу. И во всяком случае, я, конечно, буду помогать всячески. Есть какие-то определенные компетенции, есть там 40-летний опыт в бизнесе. И, конечно, я в тот стартап, в который я вложился, я буду ему помогать, его продвигать. Поэтому я все жду. Я жду, когда что-то вдруг так меня зацепит, и я вот со свойственным мне, у меня загорятся глаза, и я прям рвану вместе с этими ребятами в бой. Спасибо. Спасибо, Андрей. Иван, ну, резюмируя нашу встречу, что хотели бы сказать? Ну, мне кажется, что, в принципе, все проекты были в какой-то степени как бы достойны, и все скрыты. То есть непрофессионально подготовленные презентации, все что-то прячут, все что-то недоговаривают, и в итоге никакого мнения. То есть, вроде, ребят хорошие, но что там дальше, нигде непонятно. Поэтому, в целом, я как бы доволен эфиром. Помню, вы писали, что будут какие-то рандомные розыгрыши у вас, да? Рандомные розыгрыши, да, у нас будут после эфира. Ну, то есть, да, будут. Понятно. У меня буду участвовать в розыгрыше. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Иван. Ну, это был стартап-шоу «Челлендж Тур». Поэтому, если ты стартап,
и у тебя есть какая-то идея, или уже ты привлек деньги и запустил свой пилот, поэтому заполняй, оставляй заявку на startupshow.ru, и у тебя есть уникальный шанс попасть а. в отборочный тур, б. попасть в финал на стартап-шоу, поэтому действуй, мечтай, дерзай. Ну а с вами была я, Дарья Мартыненко. Успехов, хороших выходных, до скорых встреч, до свидания.